Всем здравствуйте. Погода, конечно, сегодня нелетная. Решил записать небольшой тест, тоже больше для сравнения, для истории. Автомобиль Fiat Panda, класс дебют 1 киловатт, это по формату BTL. Особенности класса: все оборудование в багажнике. На данный момент мы имеем две мачете 15-дюймовых, усилитель Pride Mili. Заявка 1 киловатт, стоимость не более 10 тысяч рублей. Ограничение по бюджету динамиков в этом классе 15 тысяч рублей. Датчик на стекле. Опять-таки повторюсь, что данный автомобиль по кузову не проходит в класс 1 киловатт. Тест чисто сравнительный для истории. Заминка небольшая вышла. В машине установлено два магнитофона Alpine, и при включении одного включается второй. В общем, что мы видим? Результат 152. Динамики выжили, все хорошо. То есть, как бы, вполне нормальный результат. Всем спасибо.